буквально через несколько минут именно по этой красной дорожке пройдут 316 медалистов Одинцовского городского округа. А за моей спиной проходят их родители, которые сегодня, в этот день, пришли для того, чтобы поддержать своих детей. В этом году погода не дала золотым медалистам в полной мере насладиться минутой славы, пройти по красной ковровой дорожке, купаясь в овациях. Ребята буквально пробегали по ней и скрывались в здании концертного зала. Но даже этот факт не повлиял на отличное настроение выпускников. Сериал «Игра престолов» стал поп-культовым феноменом современности. Именно поэтому организаторы долго не задумывались над тематикой. Гости торжества прямо с порога концертного зала Барвиха Лакшери Вилледж попадали в самый настоящий замок из нашумевшего фэнтези. Здесь все сопутствовало духу сериала, и гостям эта идея определенно понравилась. Очень весело, здорово, очень много красивых детей, родителей. Это самое главное, несмотря на то, что идет дождик, я думаю, что настроение у всех замечательное. В этот день звучало огромное количество поздравлений и пожеланий в адрес золотых медалистов Одинцовского городского округа. Я бы хотела поздравить всех ребят и всех родителей с этим рубежом, с этим славным днем. Начинается новая жизнь, и хотела бы всем пожелать всего самого хорошего и заверить, что бы ни случилось, мы рядом. В фойе концертного зала были организованы интерактивные зоны. Юноши и девушки, не жалея своих красивых нарядов, взбирались на железный трон для того, чтобы сфотографироваться с актерами в тематических костюмах. Надеемся отдохнуть после экзаменов и потом дальше подавать документы в ВУЗ и уже с новыми силами поступать. Что-то интересное. Настроение очень хорошее. Я не ожидала, что так подготовиться и сделаю такой тематической нашу вечеринку. Поэтому ожидания самые лучшие. Я думаю, будет круто сегодня. Я думаю, будет много впечатлений, хорошего настроения. Торжественная программа началась зрелищно. Световое и зеркальное шоу никого не оставило равнодушным. Золотые медали из рук главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова получили 316 выпускников. Это лучший результат по Московской области. В этом зале сегодня 316 медалистов. Дорогие ребята, это, кстати, самое большое количество в Московской области. И уже не первый год. Это говорит о качестве образования. Сегодня вы окончательно прощаетесь со школой, блестяще пройдя этот важный этап вашей жизни. Сегодня вас приветствует весь Одинцовский городской округ. Короля и королеву бала, как и в прошлом году, выбирали по количеству лайков в Инстаграм. Молодые люди, не скрывая радости, благодарили всех, кто за них голосовал. Появление популярной поп-группы «Артик и Асти» разодорило абсолютно всех виновников торжества. Концертный зал на время их выступления превратился в огромный танцпол. Менее зажигательным стал мастер-класс от известного хореографа Евгения Папунаишвили. Приглашенный гость заставил плясать абсолютно всех и даже устроил танцевальный баттл. На этом сюрпризы не закончились. До позднего вечера медалисты продолжали зажигать под самые популярные хиты рэпера Джигана. А трека треку казалось, что силы у них только прибавляются. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».